Всем здравствуйте. Большое спасибо, что пришли. В общем, сейчас, когда пойдем, пожалуйста, аккуратно, чтобы никто не падал, не травмировался. Вот. Уже замерзли все? Давайте будем тихонько начинать. Разогреем пальчики сначала, ладони вместе и растираем вот так вот. Растираем. Хорошо, стряхнули ручки. Сейчас немножко разогреемся и пойдем. Все, руки на пояс, круговые движения тазом. Стараемся амплитуду побольше делать. Так, в другую сторону. Ножки немножко пошире поставьте, да. В другую сторону. Хорошо. Теперь руки можно на пояс поставить и максимально сгибаем и разгибаем ножку. Сгибаем, разгибаем. Остаемся всегда на одной опорной ноге. Стараемся делать движение не в тазобедренном суставе, а в колене. Да, сгибаем максимально и разгибаем. С небольшим напряжением. Стараемся держать баланс на одной ноге, не падать. Так, меняем. То есть мы когда сгибаем максимальное напряжение и разгибаем максимальное напряжение. Хорошо, снова меняем ножку, чтобы колени у нас немножко размялись, разогрелись. Еще раз меняем. Закончили. Руки на пояс. Остаемся также на одной опорной ноге. Вращаем круговое движение в сторону тазобедренного сустава. И всегда стараемся стоять на одной ноге. Меняем ногу. Снова меняем ногу. Вперед, назад. Вперед, назад. Меняем ногу. Вперед, назад. Вперед, назад. Хорошо, встали, потрясли ножками. Еще раз тазом покрутили, туда, обратно. Теперь руки на пояс, повернулись, соседу обрадовались, вернулись в исходное положение, да, и в другую сторону. Раз, два, раз, два, раз, два. Максимально руки раскрываем, растягиваем грудную клетку. Итак, вдох, ручки вытянули вверх, выдох, встряхнули ручки. Вдох, встряхнули ручки. Вдох, выдох, встряхнули ручки. И еще раз вдох и выдох. Молодцы. Ну что, пойдем? Так, при ходьбе не забывайте делать широкий шаг и руками размашистые амплитудные движения, чтобы помогать себе двигаться за счет рук, чтобы плечевой пояс тоже участвовал в ходьбе.
кто помнит, какая у нас сегодня тема прогулки. Долголетие, секреты долголетия. Как думаете, какой главный секрет долголетия? Это, да, ходьба. Каждый человек создан для того, чтобы ходить. И от чего мы больше всего стареем, ну, по словам пациентов, которые к нам приходят, очень часто жалуются, что после большого стресса у них начинаются осложнения со здоровьем. Вот. Поэтому самая главная рекомендация при стрессе просто выйти на улицу и погулять, чтобы, ну вот когда мы очень сильно стрессуем, да, мы начинаем в комнате ходить из угла в угол. То есть зачем ходить в комнате, можно просто выйти на улицу, погулять по парку, подышать воздухом. Да. А вот прятки вроде первой степени, не опасно ходить? Нет, это наоборот будет. Да, хоть колено, хоть до забедренные, это будет наоборот полезно, потому что у нас питание в тазобедренном суставе нарушено. А во время ходьбы питание улучшается за счет кровообращения. И тем самым сустав залечивается, вырабатывается жидкость суставная. Сустав смазывается. Пойдем с нами ходить. Так, ну что, давайте немножко так разойдемся, да? Давайте восстановим наше дыхание. Сделаем глубокий вдох, руки вверх поднимаем. И выдох. Глубокий грудной вдох. И выдох. Забрасываем руки. Вдох через нос. Выдох через рот. И еще разочек. Стараемся максимально набирать воздух. Итак, упражнение следующее. Мы встаем, ножки на ширине плеч. Шагаем одной ногой, небольшой заступ, за ногу делаем. Второй рукой беремся за пояс и растягиваемся. Раз, и сразу же меняем. Два. Раз. Два. Вдох. Выдох. Вдох. Стараемся растянуть в этот момент, стараемся растянуть мышцы. И возвращаемся в исходное положение на выдохе. Растягиваем максимально. И возвращаемся в исходное положение. Аккуратно тем, у кого болит поясница, сильно большой заступ не делайте, буквально небольшой. Хорошо, закончили. Следующее упражнение. Поднимаем руки. Давайте я вам сначала объясню, как правильно дышать. Значит, сейчас будет выдох непростой, так скажем. В момент выдоха я напрягаю все свои внутренности, так скажем. Создаю большое напряжение и выдыхаю таким тяжелым воздухом. Показываю. Как бы горячий воздух идет. Вот. Надеюсь, у всех получится. Поднимаем руки вверх. Ладони наружу смотрят. И вот с таким выдохом выдыхаем и напрягаем каждую мышцу своего тела. Вдох. Вдох. То есть мы должны не просто руки напрягать, мы должны и живот, и ноги, все напрягать должны. Вдох. Даже пальчики рук и ног. Максимальный вдох и выдох. У кого-то закружилась голова?
Если закружила голова, остановились, подышали, вот погружились, вот так вот ручки расслабленные покрутили. Восстанавливаемся. Если у кого-то с собой есть водичка, можно попить. Продолжаем. Вдох, руки поднимаем вверх. Задержка на вдохе. И резкий выдох. Вдох, задержка. Раз, два, три, четыре, пять. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять. Вдох. Полный легкий набрали. Два, три, четыре, пять. Полностью выдыхаем момент выдоха. Раз, два, три, четыре, пять. И последний вдох. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Все, пойдемте дальше. Так, не отстаем, догоняем. Скажите, а если вот идешь сейчас, да, и дышишь только вот тут вообще ничего, ни диафрагмы, ничего не движется, а дышится вот здесь. Вот вдохнешь вот до сих пор, и все. Дома делаешь, сидя, получается, лежа, получается. А ходить, вот. В таком случае вам просто нужно, так сказать, выполнять движение животом. То есть вытягивать, подтягивать его. А со временем вы подстроитесь под дыхание. И еще через какое-то время у вас уже это будет на автомате. То есть вам нужно просто сначала попытаться заставить работать живот. То есть втягивать и вытягивать его во время ходьбы. То есть, может быть, ваша нервная система еще как бы не может перестроиться, потому что вы отвлекаетесь на ходьбу. Вот. А со временем начнет получаться у вас дышать животом. Я попробую. Палки, да, было бы неплохо, потому что они снижают нагрузку на суставы. Но главное подобрать правильные палки и высоту. Просто многие делают неправильную высоту, и как бы смысла от них нет. То есть висишь на них, да? Висишь. Ну, либо наоборот, высоко их слишком поднимут, либо они слишком маленькие, да. Ну, угол, чтобы 90 градусов был, да. Ну и, конечно же, техника тоже важна. Но на них лучше вообще, вот, как сказать, опираться только тогда, когда устал, или, ну, а так их просто за собой, так сказать, тащить. Если вы взяли с собой палки, тогда уж используйте их по назначению. Если бы я брал палки, я бы, наверное, с начала до конца их начал использовать. И как бы тогда я бы, если я замеряю, допустим, дистанцию, время ходьбы, там, свое внутреннее состояние, насколько я устал, то лучше как бы с начала до конца использовать эти палки, либо вообще не использовать их. Поэтому, если вы идете спокойно без палок, зачем они вам? Нет, можете идти без них. Не столько для себя, сколько вот для мамы. А, 80 лет, да, вы сказали? Ну, ей 83, да. Ну, у нее уже 100% больные суставы, тогда, да, желательно с палками ходить. Ну что, все в порядке, все нормально у всех. Так, ну давайте восстановим дыхание. Поднимаем ручки, вдох, выдох. Спокойный, медленный выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Максимально глубокий вдох, выдох. Максимально медленный вдох. Медленный выдох.
Так, ну что, сейчас немножко шейной гимнастики. Первое упражнение. Мы прислоняем ладонь к голове и создаем напряжение. То есть мы давим голову, в моем случае, вправо, а рукой влево. И начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Меняем сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вперед под подбородок кулачок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Руки за голову. Давим в затылок, голову назад тянем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь беремся правой рукой за левую сторону. Голову стараемся держать прямо. Да. То же самое упражнение мы сейчас давим головой влево, рукой вправо. Я считаю до 10. На 10 счет мы медленно под напряжением растягиваем голову, растягиваем шею. Еще раз показываю. Тянем, создаем напряжение, до 10 считаю. И медленно под напряжением мышечным я немножко поддаюсь и растягиваю мышцы. Поехали. Раз, два, три, четыре. Голову прямо. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Растягиваем. Аккуратно. Хорошо. Меняем сторону. Давим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Растягиваем медленно. Максимально. Хорошо. Вперед. А здесь мы голову не будем запрокидывать. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И вытянули подбородок вперед. Подержали. Расслабились. Руки за голову. Создаем напряжение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Наклоняемся. Растягиваем медленно под напряжением. Вернулись в исходное положение. Беремся одной рукой за затылок, то есть примерно вот сбоку. Сейчас мы будем также удерживать, а потом наклон под 45 градусов вперед. И поехали. Раз, два, давим, давим. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Под 45 градусов голову наклоняем, растягиваем. Вернулись в исходное положение. Меняем сторону. Давим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Растягиваем. Вернулись в исходное положение. И выполним метроном. Самое первое упражнение. Наклон головы. Раз, медленно, два, другую сторону, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, отлично, пружина, подбородок прижали, раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, и раз, и два. Отлично. Ручки поднимаем вверх, вдох, задержка и резкий выдох с наклоном. Вдох. Максимальный вдох, задержка. Раз, два, три, четыре, пять. Выдох резкий. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять. Выдох.
Вдох. Раз, два, три, четыре, пять. Выдох. Ну что ж, все молодцы, похлопайте друг другу. Всех с Новым годом, с праздниками. Всем здоровья. Все, молодцы.